Шишига спасительница. Один стоит. Второй стоит. Сижу такой, типа, еду, блядь, что-то сдавать теперь. Оглядывает мужик, говорит, блядь, кто? Я толкаю, он едет. Так, блин, вот все шлепы еще хотела. Первый раз такого страшного будет такой. Блядь, покупайте счастливого. Все берите счастливого. Хорош, Вовка, теперь это кто там? Налево надо было уходить. Вован, ты куда? Вован, вернись! Вован! Вован, блядь! Он нужен! Он домой. Ты ему ничего плохого не делал? Не любит Тойоты. Вован, налево надо было уходить. Вован! Уходи с баркаса. Так это, блядь. Славик и Лимонвер. По-моему, жабы смеются на плане. Там глубоко, там нарыли. Он на гору шел. Лучше на гору выскочить, потому что там глубоко действительно. Да, наверное. Я откуда заехал? Не, лучше снимай. Снимать, да? Да. Лучше тем. Так все равно сам. Так у меня так не влезет это вот. Стой! Стропа, этой стропой нормально. Я эту вдвое тогда зацепи свою. Подожди. Свою вдвое через шакал. Зачем? Тут нормально достает. Нет, так сколько не влезет. Что не влезет? Я сразу тюксон и Субару не потащу. Одно. Не усрусли, а? Глумишься ты, Вов. Сегодня твой день. А да я сам сидел целый день сегодня. Все покупаем шишигу, берем шишигу. Правильно. Видите, как слепой выложил, как выглядит салон шишиг. Салон ГАЗ-66, такие, знаешь, на хранение. Вито заехала сюда на заднем приводе. Да, вы не можете выехать. Блин, ты не мог не расстраивать пацанов? Вито! Не очень, блин. Оля, я еще зарылся. Я видел видос, как Вита сюда приезжала. Что это ты потерял? Палец шакла ничейный, смотрите. Да лучше бы двое сложили. Да, уже, Паша? Да. Ты там далеко заехал? Да ёта воля, я даже развернулся, чтобы присвечивать. Кино снимать. Вижу. Кинооператор, режиссер, осветитель. Постановщик. Как еще там есть? А кто это? Кто сценарий пишет? Я. Все в одном лице. Долгими зимними вечерами. Вова, докуда мы едем? Или как? Киев. Не докуда, а чуть-чуть и все. Смотри, там дальше будет поворот направо. 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 Не, во, стой. Слушай меня, вот просто выехал, вытянул, о, чуть-чуть. Нет, зачем? Дальше там уже нормально. Там дальше, вот только чуть прямо протянул, можно его отцеплять. На повороте направо. На повороте направо. Что такое барбота? Барбота? Я. Блин, так что?